да, что они впервые вообще в одном звене играют. Дарзинш. Дарзинш. 1-0. Лаурис Дарзинш. Ну вот это мастерство. И пауза, и то, что ни на секунду как раз не терял контроль над правой рукой вратаря. Почти верхний угол. Во всяком случае, под дальнюю штангу попал очень хорошо Дарзинш. Как неудивительно, это его первый гол в этом чемпионате. Самый техничный, один из самых опытных нападающих рижской команды.